Всем привет! Не успел iPhone X появиться в продаже, как его настиг новый рекорд. От iPhone X массово избавляются. Наверное, не найдется такого человека, который бы не мечтал об этом устройстве. Но владельцы по непонятной никому причине стали массово избавляться от своих устройств. Вы можете погуглить и уже сейчас найти массу объявлений о продаже данной модели из рук в руки, например, на Авито или на различных других платформах и сайтах объявлений, и даже в обычных газетах местного разлива в разделе «БУ техники». Так, в первые дни продаж куплено намного больше устройств, чем прошлой модели iPhone 8. Хотя цена на модель X не маленькая, порою доходит до 120 тысяч рублей. С чем связана такая массовая истерия, которая заставляет новоиспеченных владельцев чудо-гаджета массово избавляться от своего устройства, непонятно. Возможно, это связано с очень высокой ценой и разочарованием от неоправдавшихся ожиданий. Либо это проблема с качеством устройства. В любом случае, есть множество более дешевых аналогов от других именитых компаний, и цена на них не столь высока. Если вам интересно, я могу оставить ссылочку на эти устройства в описании. С вами был канал ChipSmart. Всем приятных покупок. Пока!